Расстрелы на Майдане и то, что люди уже пятый год ждут расследования, они никогда не будут расследованы. Я лично давала показания, что нынешний генпрокурор Украины Луценко с трибуны Майдана призывал к тому, чтобы снести власть, обещал людям, что будет на Майдане оружие. Я видела, как приезжал синий микроавтобус, как из него выходили люди с оружием. Я видела, как Поруби заводил снайперов в гостиницу «Украина». Эти люди теперь в парламенте. Люди, которые отдавали приказы, совершали преступления, которые несут на себе ответственность, и они всегда будут искать крайних. У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, боевыми гранатами уничтожив две ложи, правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет.